Вначале участники выслушали отчет об итогах социально-экономического развития Анапы за 2018 год. При этом отмечено, что на курорте зафиксирован рост по основным базовым отраслям. За минувший год состоялось 7 заседаний совета, на которых было рассмотрено свыше 30 вопросов. В центре внимания – пенсионная реформа, меры противодействия незаконной миграции и нелегальным такси, строительство объектов социальной сферы. Кроме этого, участники совещания приняли план работы общественного совета на следующий год. В завершении заседания наиболее ярко проявивших себя в этом году общественных активистов наградили почетными грамотами и благодарностями.